есть девочка, которая будет помогать нам. Будешь помогать? Да? Ну иди, давай. Значит, первый приз, Арина, на, держи. Сейчас будешь вытягивать. Значит, первый приз мы разыгрываем. Два мастер-класса по декоративному макияжу для мам. То есть индивидуальные мастер-классы. Вам, вы придете, вам сделают макияж. Значит, доставай. Кому у нас достанется первый мастер-класс? Потом Паша возьмет тогда по очереди. Так, давай сейчас прочитаем. Чего там? Машку одну доставай. Достала одну. Я не взяла. Давай. Так. Как тебя зовут, ты еще расскажи? Катюша, да? Ты читать не умеешь еще? Нет. Анна. Так, Анна, придется детей куда-нибудь сдать на время. Так, давай я подойду, чтобы... Нет, она там. Руки заняты, хлопать. А дети будут гулять рядышком, она будет. Индивидуальный мастер-класс Анна у нас выиграла. Второй. Так. Так, второй мастер-класс Лена получает. Лена, поздравляю. Так, дальше, следующий. У нас есть такие замечательные средства, специальные смягчающие средства для всех загрубевших участков кожи. Это могут быть локти, коленки, губы, если обветриваются. Содержит прополис, очень хорошо заживляет трещинки. Единственное, у кого аллергия на вот этот компонент, то, конечно, сначала попробуйте на локтях, а не на губах. В принципе, аллергии не бывает, но я на всякий случай предупреждаю. Давайте посмотрим, кто же у нас получает такой подарок. Это Екатерина. Так, Катя, поздравляем вас. Значит, даже детям можно, если у детей нет аллергии, потому что с ароматом вишни идет, да? Если нет, то можно даже щечки. Вот я ребенку в детстве щечки смазывала. Так, и... Как, надо же все попробовать. Так, и Ирина. Ирина получает, да? Так, ну и у нас осталась Настя. Для Насти подарок. Косметичка. Одна, ну, вот повезло, да? Значит, и... Она, Настя у нас еще администратор группы, да, и так попала, видите, как раз она у нас администратор группы «Клуб любителей рукоделия». Если вы знаете эту группу, если нет, то ссылочки у Заринки можете попросить. Хотелось бы спросить у вас, какие у вас есть пожелания для нас? То есть для тех, кто организовывает конкурсы, для тех, кто работает в группах. А больше таких конкурсов? Побольше, да? Вы будете принимать участие? Да. И самое главное, зовите друзей, потому что когда больше народу, тогда интереснее. Как я обещала, мы разыгрываем сумку, это наш суперприз будет среди всех, кто у нас... Так, Катюша, еще раз тебе, так, или Пашу сейчас, да, будем просить? Паша, иди, Паша, Паша. Иди, иди туда, будешь сейчас... И мы вас все отпускаем, а то Паша. Детки уже... Иди, все, помогай. Паша. Вон туда иди. Паша, иди сюда, иди ко мне. Ко мне эти сумочку, там, сумочка яркая. Паша ручку. Сейчас выберет. С маме. У нас просто бумажку достань, бумажку. Бумажку рюкзак разыгрывали. Ребенок маме прям. Давай, достань бумажку. Какая бумажку надо? Достань бумажку. Достань бумажку. Кто достанет бумажку? Ну-ка, Катюша, кто достанет не бумажку? Помогай. Без тебя Катюш, не справится. Доставай бумажку. Ты у нас самая взрослая. Давай сейчас посмотрим, тоже сумку-то у нас выиграл. Екатерина. Так, видно, Екатерине она нужнее всех. Поздравляем.